Ну что ж, приехала на любимый пляж, ребят. Посмотрите, какая красота. Бетонная стена. Но нет, пляж немножечко не здесь, а вон там, пройти метров 200. И я считаю это место лучшим пляжем на Будванском побережье. Хотя, с какого ракурса посмотреть? Вот если повернуться еще на 180 градусов, то вы увидите отель «Призрак». А когда-то это была гордость Югославии. В 2003-м российско-черногорская компания «Ньего Турс» выкупает этот отель у государства и говорит, что вложит деньги, перестроит, будет современный шикарный отель, и им понадобится ровно один год. Заплатили они 5 миллионов немецких марок. Но ВОЗ и ныне там, никто ничего не перестроил, краны стоят, ржавеют, часть, вот видите, упала. Крюк поржавел, уже в землю врос, и почти что грибы растут. Во время Югославии он считался одним из самых крутых. Его примерно в конце 70-х построили, и где-то лет, подожди, 20 он работал. В конце 70-х эти здания уже стояли? Да, да. То есть этот отель работал. Нифига себе. Вижу хороший домик. Явно кто-то его еще использует в наше время. Но тоже зарос. О, идите сюда. Тут руины прям. Прям дух Югославии. Вот это была махина. Я, знаешь, что напоминает? Мы с тобой были в отеле «Халудова Палас» в Хорватии на острове КРК. Это один из самых грандиозных отелей, тоже был в Югославии, который создал основатель журнала «Пентхаус». Ох, там вечериночки-то были. Основатель отеля Боб Гуччионе постоянно повторял мантру «La Dolce Vita» – это моя формула против холодной войны. В день гости отеля «Халудова Палас» съедали около 100 кг лобстеров, 5 кг икры и сотни бутылок шампанского «Дон Периньон». А еще они беспощадно тратили деньги в казино. Это был рай для гедонистов, любителей свободы, нудизма, легкого секса и азартных игр. Вид на миллион евро, уже даже не долларов. Фантастика. Честно, очень хочется, чтобы его восстановили, и мы когда-нибудь с Андреем придем и арендуем здесь пентхаус. Но все равно такой плюс-минус свежий отель, его можно было перестроить, да его и сейчас, наверное, можно. Такое в хорошем состоянии. Понятно, что разворовано все, что можно. Пойдем на лестницу, еще сходим наверх. Слушай, мне кажется, мы забрались. Это ресторан. Это ресторан, мы его нашли. Класс. Смотри, шкафчики. Кухня тут была, бар. От барных стульев остались тоже части. Вот это да. О, тут плиточка красивая на полу. Вам пилинковац или апероль? Вы чего желаете? Дизайнер этого потрясающего логотипа думал ровно 2 минуты. 1 минуту здесь и 1 вот здесь. Все. Что-то непонятное. Как ты думаешь, для чего были эти штуки? Может, в окнах для красоты? Может, пчелы мед откладывали? Конечно, заброшки мы очень любим с Андрюхой. Все вот эти вот. Пособирать какие-нибудь оставшиеся детальки. Но тут есть и красота. Рядышком с пляжем Пирайс-Чадо проходит тропа через туннели. В скале были пробиты туннели в город Петровац. Я думаю, что именно в те времена югославские люди так из Петровца пешком сюда и попадали. Пойдем прогуляемся. А то хватит нам разрухи и отрицательных эмоций, да? Хочется положительных. Красоты, моря, скал. Пойдем. Я не знаю, кем и когда были построены эти туннели в скале. Их несколько. И они нас приведут в город Петровац. Город-курорт, тоже с красивыми пляжами, с ресторанчиками. А на самом деле, эта тропинка, соединяющая пляж Пирайс-Чадо с этим отелем-призраком и город Петровац, вот эта тропиночка называется в народе «Тропа здоровья». А все потому, что там красивые сосны, аромат хвои фантастический. И все любят там погулять. Кто с детьми, с колясками, с собаками, на велосипедах.
Дорога, кстати, асфальтированная, и в туннелях есть освещение, поэтому не бойтесь гулять. Тропа уже приобрела красивый вид. Мы вышли на природу. Начало марта, у нас вокруг цветочки расцветают. Острова за моей спиной видны. Это две жемчужины напротив города Петровац. Острова безлюдные. На одном находится церквушка, называется Святой Недели. Туда можно сплавать на каяке, сапе, лодке. А второй с деревьями, он абсолютно без построек. Вот я когда попадаю в Петровац, у меня создается ощущение такого правильного курорта. С хвоей, классными пляжами, такими песочно-галечными, тихим, спокойным отдыхом, ну и такими прогулочными зонами. Ой, смотри, как красиво! Запах хвои невероятный. Ощущение, что дышишь полной грудью и лечишься. Хотя от чего лечиться, да? Просто профилактика. Вау! Вон лавочка есть, пойдем посидим, чай попьем.